сразу скажу, зависит не от уровня вашего танцевания, не от стиля вашего танцевания, а просто от вашего желания. Я записалась на этот курс по двум причинам. Первое — это то, что Тоха всегда на своих классах дает кучу полезной инфы, помимо самой хоряги. Ну и потому, что он является сооснователем одного из самых крутых в России танцевальных коллективов. Мне очень понравилось, что Тоха показал, как действительно должны работать команды. То есть, как должны коммуницировать участники между собой, какое должно быть отношение, как вы должны вообще относиться к общему делу и к тому, к чему вы идете. Потому что идете вы вместе. Как можно больше, если вы знаете о человеке, вам с ним на сцене танцевать будет комфортно. Самое впечатляющее для меня было это рисунки, потому что это мега интересно. Ты начинаешь со всеми контактировать, так как тебе это по-любому нужно. Спросить что-нибудь, проверить, ровно ли ты стоишь с кем-то. Короче, и итог получается просто офигенным. Тоха, спасибо тебе большое за твой курс Members. Ты говоришь об очень фундаментальных вещах, которые обязан знать каждый человек в команде. 10 из 10. Пушка.